ядро ракетка! 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать! Погано выглядишь. 22 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Как только ваша ДНК будет занесена в систему, вам дадут задание. Учтите, хотя подход у нас гибкий, и мы хотим, чтобы вам у нас понравилось, задание будет соответствовать. Если есть вопросы, спрашивайте людей с красными значками. Пройти чипирование необходимо всем. Секунду, капитан. Идет сканирование. Пожалуйста, подождите. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Гидеон! Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Хорошо. По коням. Подключись ко мне. Вруби автопилот. Браво 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Вас понял. На синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти это. Понял. Конец связи. Движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. Как будем посматривать? Убрать технику впереди. В этом секторе никого не должно быть. Старайся не стрелять. Сделаем все по-тихому. Thank you.
Понял, следим за вами.
Бронь, под пожарной лестницей. Еще! Жми! Джокер, что у тебя? Мы у блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Иди-ка сюда. Беглый огонь. Солдаты, почти на месте. Вот они! Пошли! Контакт!
Охранник слева! Что с врачом? Биометрический трекер его поймал. Он все еще в госпитале. Хорошо. Нужно убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик. Укрываемся за ним. Госпиталь. В 100 метрах. Пошел. Докер, прикрой нас. Северное крыло. Живым любой ценой. Вспышка! Мы на месте.
Митчелл, выбей дверь! Взять его. Митчелл, найди доктора. Когда видел Аида? Я не скажу. Все они так говорят. А потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец. Конец! Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Митчелл, со мной. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Что это было? Хрен его знает. Бегаем! Для допроса. Гедеон, конец связи.